Да! Всем привет! Всем привет! Наконец-то! Наконец-то мы добрались до Фоксы! Наконец-то! 49-й сегодня у Славика на операционном столе. Вы очень давно просили сделать его с момента, как мы засветили вообще мой велосипед, что у него стоит такая вилка, и мы, конечно, хотели же со Славиком сделать ТО, но проблема в том, что в Украине нет официальных представителей компании Fox. Для того, чтобы перебрать эту вилку, нужно очень много всего, я вам сейчас покажу, чего именно. Мы это все заказывали с Америки, с eBay, мы это все ждали месяцами, и вот оно наконец-то приехало. Славик, что скажешь? Вилка по цене вилка. Машины. Да, крутая вилка. Расскажи хоть что-нибудь вообще. Что за картридж? Грип 2, типа, это модный какой-то? Да, Грип 2. Последний. Я думаю, что более подробно уже расскажу тогда, когда буду разбирать. Расскажу и покажу. Но в целом, как бы, вилка хорошая, надежная. Имеет ряд хороших преимуществ. О которых мы расскажем чуточку позже. Вообще, разборке. По Фоксам у тебя опыт большой. Что вообще скажешь? Как они в целом? Вот, ну, начнем с самого главного преимущества. Это все-таки покрытие. Кашима все-таки будет поизносостойчивее, чем черное покрытие. Вот, поэтому это как минимум огромный ее плюс. Ну, а в остальном обычно как бы внутрянка, она вся плюс-минус одинаково идет. То есть, что на тех версиях, что на этих, только там добавлены плюшки. В данном случае тут у нас двойной отскок. Вот, ну и кашимовские ноги. Я слышал, что картридж был взят за основу с мотовилок у Фоксы именно. Это так или нет? Ну, как принцип работы картриджа, или как там правильно фигня это называется? Ну, вообще, я не знаю про мототему. Я знаю, что, в принципе, подобная система применялась еще на Марзотче, еще там в каких-то далеких, там, 2006-х или каких-то там годах. Не буду говорить точно. Не помню. Кашима, вот помимо износа устойчивости, она дает что-то еще? Может, какое-то суперскольжение там или что? Да, вообще, в целом, как бы, более скользкий анод. Хотя лично я такой прям гигантской разницы вот тактильно не замечаю. Но вроде как люди говорят, что да, Кашима работает помягче чуть-чуть. По качеству сборки, вот сколько ты вскрывал фоксовые вилки, были ли какие-то там казусы, какие-то проблемы с вилками? Честно говоря, стружка была практически во всех вилках. Тут вопрос, какой процент может попасться стружки, к примеру, в данном экземпляре. Естественно, в подобных экземплярах процент стружки стремится к нулю, потому что ее тщательно подготавливают перед сборкой. Вот. Ну и посмотрим, собственно, сегодня, что там внутри. Окей. Также для переборки нам понадобился ряд масла, о которых я вам говорил. Вот есть первое масло PTFE, это тефлоновое. Да, тефлоновое, это у нас куда гриповский идет? Картридж идет. В гриповский картридж? Да. 20 VT Gold, это что вообще такое? 20 VT Gold, это у нас масло, которое заливается в штаны. Ага, вот так вот, значит. Ладно. Флюид такой красивый, синенький. Это вообще что такое? Это куда? Смотри, обычно флюиды льются во все воздушные камеры. То есть, допустим, там в банке амортов, в воздушке там старых фоксов и так далее. Честно говоря, я уже не помню, что по мануалу льется именно в эту вилку. Но сюда льется или флюид, или голда. Там, грубо говоря, для смазки именно в SoloAir систему. Ну, откроем мануал, уточним. Но, в принципе, оно подходит для всего. И с лиханой? Да, это... с лихани. Это смазка для RTI уплотнений, то есть, грубо говоря, для резинок. Грубо говоря, можно назвать кондиционером резины. Ага, то есть это что-то аналог срэмбаттер? Да, аналог срэмбаттера. Но это не фоксовая уже. Это не фоксовая, да, это фирма, которая делает для Фоксы, и фирма довольно-таки качественная. Честно говоря, Сликани, наверное, лучшая смазка, которой я когда-либо пользовался. То есть и остальные, как бы, не слишком далеко от нее ушли, то есть они не намного хуже. Их смело можно заменять этой. Но это, как бы, лично мне показалось самое интересное. Must-have. Ну что, Слав, давай вскрывай. Да, приступаем. Thank you.
Слайд, ну, вилочку разобрали. Давай, что там интересного внутри-то было у нас в масле? Конечно же, стружка. Блядь. Сворачиваемся, в Рокшока не нашли. Ну, не так, чтобы много, но она была. И, на фото, если там получится, казак выложит. И в одной штанине, по-моему, да? Да, в одной больше, во второй там буквально одна стружечка всего была. То есть, что мы сделали? Мы сняли, сразу ничего не трогая. То есть, мы промыли сразу дегризером, вот, все то масло, что на стенках осталось, мы его промыли. То есть, как бы мы 100% всего вылили из ноги, то есть... Скажи, вот эти вот пипки сзади, которые ты вот выкручивал, слушай, ну очень большие споры насчет их, зачем они, одни говорят, что для одних вещей, другие говорят, для других вещей, давай ты вот как механик, зачем они нужны? Я, и почему говоря, они только у 49-й есть? Ну, в смысле, я, честно говоря, не читал маркетологическую информацию, я и только догадки свои могу высказать. То есть смотрите, когда у вас, грубо говоря, вилка сжимается на 100% хода, вот, у вас, естественно, что происходит? У вас нога входит в штанину, вот. Отсюда вытесняется пространство. То есть создается внутри давление избыточное, особенно когда вилка, ну, полностью на 100% прожата. Вот, то есть благодаря этим крутилкам мы как бы можем, допустим, выставить любое давление на любом ходе, именно в штанах. Вот, то есть, как бы, ну, как минимум, по идее, это влияет на характеристики вилки, на ту же прогрессию, допустим, влияет. Но это же не крутилка, это просто пыпка. Да, да, это не крутилка, это просто открытый и закрытый клапан, да. То есть, грубо говоря, мы зажимаем, клапан у нас открывается, если внутри есть давление, оно у нас стравливается. Так же самое, если у нас отрицательное давление, у нас оно уравнивается, ну, с окружающей средой. Почему нет на боксерах? Не знаю. Почему нет на 36-й Фоксе? Не знаю. Я вообще, честно говоря, ну я лично не особо от них профита какого-то вижу. Вот оно и нужно, ну не знаю. Куча вилок катает без них, вроде все норм. Ну, как я слышал, это сделано в 49-й, 40-й лишь потому, что большой диаметр ног может больше нагнать туда воздух. Вообще, честно говоря, если так судить, сальник, он-то и в Африке сальник, ну какая разница, какой диаметр, если он хорошо, грубо говоря, герметизирует, то по идее, как бы, что у нас 30-е ноги, что 40-е, как бы хороший сальник, он не должен вообще туда ничего нагонять. То есть, по идее, оно нужно чисто для регулировки давления воздуха внутри штанов. Больше я не вижу для него предназначения. Ладно, следующий шаг — моечка. Помоем, да, штанишки. Мы разобрали Fox, слушай, ну вот это какая-то дичь, я такого еще не видел. Там так деталей много, причем таких тоненьких, которых, ну я не знаю, ну это вообще, вообще как объяснить. Сильно все усложнено, в отличие от Рокшока, но лично по моему такому аматорскому взгляду. Ну, на самом деле, тут прям мега ничего сложного нету, то есть, в принципе, ну, конструкция, она обязана быть. Есть очень такой, тонкие, да, их такие хрупкие детали. Прям вот вообще, я на них я смотрю и думаю, господи, сейчас ключиком где-то чуть-чуть перестараться, и все, и крышка. Да, и причем в амортизаторах то же самое, то есть, в принципе, это же вилла тема. Тут, как говорится, все лайтовое, тоненькое, хлипенькое, поэтому мы и пользуемся динамометрическими ключами, чтобы не сорвать ничего. И грелками, чтобы фиксатор отогреть. Ну да, потому что если без грелок, можно просто оторвать. Что скажешь по, в целом, по состоянию вилки вообще? Смотри, воздушка, демпфер у нас без проблем, то есть без стружки, без всяких там... Сюрпризов. Красосов, да, сюрпризов. Ну, в штанах, да, нашли немножко стружки.
Ну, это нормальное явление. Ну, не то, чтобы ее было много, но как бы в идеале, конечно, без нее лучше. Потому что все-таки, хоть обычно и стружка осаживается, обычно на дне, там, где у нас бампера стоят, отбойники, вот. Но все равно, у меня бывали неоднократно случаи, когда стружечка прилипает к бушингу, а сам по себе материал бушинга относительно такой мягкий, то есть, да, алюминий может, грубо говоря, зацепиться и там и остаться. И, собственно, такая стружка потом делает полосы на ногах. По количеству масла, как она там, в порядке была? Да, все в порядке было абсолютно. Никаких нареканий ни по количеству масла, ни почему не было. То есть все было залито в норме. Grip 2 и воздушный картридж визуально от того, что ты видел Фоксы до этого в новых вилках, изменил ли? Ну, в принципе, во-первых, у нас тут две регулировки компрессии, то есть сверху, и две регулировки отскока. То есть, в принципе, по сути, добавилось по второй регулировке. Вот. А так, в принципе... Ну, основная работа гриппа, о которой я дальше расскажу, когда уже буду все собирать, та же самая. Я заметил, что изначально в стоке вам дают уже 4 толкана, и они все идут изначально уже в вилке. Здесь написано на них даже «Good luck and good race» – «Удачи в гонках». И они прикольно, что не на резьбе, они просто застегиваются таким, да, вот образом. Да, у них боковая защелка, то есть их нереально потерять, грубо говоря. То есть у вас он никогда не выпадет. И это реально очень удобно. Ну, то есть, как бы, щелк и все. То есть, учтите, что они идут с вилкой. В тот момент, когда с амортизатором понял, посмотрел, там нельзя показывать палец средний. Ну, в общем, средний палец вам Фокс показывает, а не толканы в комплекте. Собираем? Собираем. Thank you.
Слайк, ну, груши здесь нет, я так понял, у Фокса. У них, типа, своя фишка, это с пружиной, типа, расскажи, это, насколько это лучше или эффективнее, или надежнее, я уж не знаю. Так, смотрите, в чем у нас суть грип-картриджа. То есть, в обычном фитовском картридже у нас роль компенсационной выполняет и... грубо говоря, груша. Вот здесь у нас эту роль выполняет пружина и вот это вот получается FP-перегородочка. То есть, когда у нас сюда приходит масло, оно у нас поднимает, грубо говоря, вверх эту пружину и тем самым компенсирует объем. Вот. То есть, вот так вот она работает. В принципе, система довольно-таки надежная, потому что груша у вас не порвется. Вот здесь стоит пружина. И еще огромное преимущество в том, что у нас есть специальное отверстие дренажное, которое сбрасывает само масло. То есть, грубо говоря, допустим, у нас через вот этот сальник насосало масло. У нас что происходит? У нас при 100% срабатывании хода вот тут есть такая перегородочка. Когда эта EFP-перегородка доходит до вот этого, грубо говоря, вот, углубления, вот, оно просто сбрасывает лишнее масло. И это лишнее масло выходит через вот это отверстие. Тем самым, смотрите, в штаны мы заливаем такое же самое масло, как и в демпфер. То есть, по сути, у нас получается, как бы, круговорот этого масла. То есть, оно у нас насасывает в картридж, скидывает там с остатками воздуха, совсем обратно это все в штаны. И, в принципе, такая система, ну, кроме износа самих вот этих вот уплотнений, она не может просто сломаться. То есть, груша, если вы просрочите ТО, она у вас просто лопнет. Иными словами, у Фоксы картридж сделан надежнее. Ну, то есть, можно забить болт на ТО, типа, и кататься, пока масло не завоздушится полностью. Но оно, в принципе, не завоздушится, оно у нас все равно же будет насасывать, а воздух-то у нас поднимается вверх. То есть первым, как говорится, выйдет у нас как раз воздух через это отверстие, потому что он, естественно, у нас вверху. Вот, то есть, по сути, оно не завоздушится. Максимум, что может произойти, это износятся вот эти уплотнения, оно просто... Вот тогда да, тогда оно, возможно, и завоздушится, потому что оно не будет герметичным. Короче, пацаны, перевожу, если вы выложили за вилку $2500, можете ТО не делать. Каждые 50 часов, как урок шока. Ну, 50 часов нам нужно-то для штанов. Славик, а зачем тефлоновое масло? Ну, по идее, как бы тефлон улучшает скольжение, хотя, по сути, я считаю, что сюда бы обычного масла хватило. Но тефлон больше никто не льет, да? Тефлон больше я не видел, честно, я масло, но с тефлоном, то есть, грубо говоря, вот именно у Фокса тефлон. Я так понял, что этот картридж прокачивать не нужно, как чарджер мы делаем, что ты пузыречек каждый гонял, как мы аморты перебирали, что ты каждый раз шток, по пузыречку. Здесь не нужна эта процедура? За счет того, что у нас есть вот этот спускной клапан, то есть смотрите, допустим, какой принцип, да, вилка, к примеру, эксплуатируется, да, сальник насасывает по чуть-чуть из штанов масло. Воздух, он всегда поднимается вверх. Первым всегда у вас будет спускаться воздух, и только потом излишки масла. То есть, если у вас насобирался лишний воздух, он у вас в любом случае через вот это отверстие уйдет. То есть, грубо говоря, то есть, сути, он сам себя прокачивает? Он самопрокачивающийся, если так судить. То есть, его не надо прокачивать. Прикольно, кстати, очень. Круто, что... И он вообще в ноль без воздуха будет идеально. Да, должен. При хороших уплотнениях он должен нормально работать. С ним проблем быть не должно. Питание нема? Thank you.
Можно пробовать? Ну попробуем нечаянно, да. Ну, момент сравнивания стал еще лучше, да? Ну, сравнивание только и стало лучше, да. Ну, остальное все проверим в бою. Но она вообще такая, знаешь. Мне кажется, если муха сядет, она прожмется. Ну, приятно работает, кстати, очень. Да, даже. Фокса самая приятная среди всех вилок вообще, которые я встречал. По работе. Так, ну, давай теперь по ТО. Я так понял, что флюид нам не понадобился сегодня. Да, мануале воздушку у нас голда льется. 6 мл вроде. Поэтому, да, флюид нам не пригодился. Хотя он тоже раньше применялся для воздушных камер. Еще я тебя хотел спросить, в одну штанину ты лил ПТФЕ, а в другую ты лил Gold? Да, ПТФЕшка у нас как раз и нужна для этого циркулирования картриджа гриппа, вот. Ну а Gold льется, естественно, во вторую. Просто я впервые такой вижу, обычно же одно масло льется. Ну, обычно да, но здесь это все сделано более канонично, то есть это правильное решение, что так сделано. Также здесь очень интересная конструкция воздушной камеры. В принципе, она уже применяется там через 15-го, через 16-го года, с какого там SOLAR уже вовсю начала применяться. То есть, грубо говоря, тут тоже увеличенная негативка у нас за счет купола. Ну, по гриппу, в принципе, да, у нас, как и говорил, по отскокам новшества, а по всему остальному у нас то же самое. Ну, сделано все на совесть, да, качественно. Да, сделано все на совесть и качественно, то есть надежно, проблем быть никаких не должно вообще. То есть топовая вилка ТО, нулевым ТО не нуждается. Ну, как видишь, стружка все-таки была, честно говоря, если бы я себе заимел такую вилочку за такой прайс, ну, оставить внутри стружку, учитывая, что у нас куча, как говорится, тонких, точных деталей, но это как-то не камильфо. Какой прайс за ТО такой вилки? Если вы присылаете вилочку, и она у вас, как говорится, в сервисном интервале, то есть вы не запустили ТО, вот, то за работу $60-70 где-то выйдет. Вот так вот. Если вилочка запущена, может быть там и дороже. То есть, грубо говоря, это только работа. С маслами совсем вам минимум 70 выйдет. Мы вот потратили на эту вилочку 6-7 часов работы. Вилка технологичная, то есть это внимательность постоянно на высоте, это довольно-таки сложная работа. Перебирать такие вилки. Обязательно подписывайся на инстаграм Славика, обязательно залетайте к нему, он очень много всего интересного и технически публикует у себя в инстаграме. Недавно он сделал большой пост касательно картриджа Grip 2 у себя. Кому интересно, залетайте, смотрите. Также, если у вас есть какие-то вопросы по ремонту, можете присылать свое железо. Почта работает у нас по всей стране, и не только по стране, с СНГ. Люди присылают Славику на ремонт, так что welcome, как говорится. Если хотите, чтобы ваше топовое железо долго бегало, есть человек, который разберется с ним. Тут даже дело не в том, что оно долго бегало, а чтобы оно работало так, как нужно. Потому что многие, если покупают подобные вилки, да, она пафосная, красивая, но она не обслужена, там не заменена ремка, она не работает не так, как надо, но людям многим все равно, как оно работает. Но вы что, платите деньги за эти технологии? Если эти технологии не работают, зачем тогда вообще покупать себе эту вилку? Купите себе Сантур, наклейте на нее наклейку Fox 49 и катайте. Я думаю, многие так и делают. Напишите в комментариях, кто так уже сделал. С вами был канал Казак ТВ. Славик, тебе спасибо. Следующий видос будет, скорее всего, про Amort X2. Да, Амортик будет. Будем Скроем. Его прокачивать вакуумной установкой. И там он стоит уже за кучу денег. Угу. Всем пока. Пока.